Привет, с вами Precious, и в этом видео я расскажу о браузерном событии «Мелодии далекого края». Продлится оно до 28 числа, и ссылку на него вы найдете в описании. Но так как количество наград ограничено, не советую откладывать прохождение на потом. В текущем ивенте вы будете из подарков собирать лучистые кристаллы и, кликая на звезду на картинке, собирать воспоминания. Дальше вам нужно будет подарить кристалл подходящему персонажу, и похоже на то, что порядок у всех одинаковый. Поэтому выбирайте героев в такой последовательности: Кли, Диона, Юнзинь, Елань и Тигнари. В конце поделитесь этим событием и забирайте промокод на 40 камней из стока. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!